Hello everyone, hello guys. You're planning to go to Russia and you're afraid to communicate with the locals. I've created this video right for you to help you communicate with locals in a Russian-speaking country. So this video contains phrases, answers, questions, and any statements Russian-speaking people use all the time in their conversations. These phrases will help you understand us better and communicate freely. So what you have to do is to pronounce correctly. Pronounce with me. I will pronounce the phrase, repeat after me, and say it correctly. So let's get started. Как дела? Спасибо, отлично. А у тебя? Как жизнь? Ничего, потихоньку. Хороших выходных. Взаимно. Как вас, тебя зовут? Ирина. А вас? Тебя. Меня зовут Ирина. Рада познакомиться. Вы говорите по-русски? Да, немного. Счастливого пути. Спасибо. Я не понимаю, что вы говорите. Я повторю. Повторите, пожалуйста. Да, конечно. Извините, где здесь метро? Оно недалеко. Идите прямо. Где находится вокзал? Второй поворот направо. Мне плохо. Что случилось? У меня болит голова. Прими аспирин. Что будете заказывать? Омлет, пожалуйста. Вам воду с газом? Без газа, пожалуйста. Я потерялся. Помогите, пожалуйста. Куда вам надо? Где ты живешь? На Садовой улице. Мне нужен обменный пункт. За углом направо. Где я могу поменять деньги? В обмене валют. Я хочу купить билет. Детский или взрослый? Вы можете разбить 1000 рублей? Да, по 500. Как добраться до аэропорта? На втором автобусе. Где купить продукты? В гастрономе. Я опаздываю. Да, тебе нужно взять такси. Сколько это стоит? Это бесплатно. Можно заплатить картой? Нет, только наличными. Вы будете платить картой или наличными? Картой. Можно померить пиджак? Конечно, примерочная там. Можно меню, пожалуйста? На русском или английском? Здесь можно курить? Нет, это зал для некурящих. Какой пароль от Wi-Fi? Наш Wi-Fi без пароля.
У вас есть вегетарианские блюда? Конечно, очень много. Я не говорю по-русски. Я немного говорю по-английски. Приятно познакомиться. Взаимно. Как твои выходные? Хорошо. Я гуляла в парке. Проспект Победы далеко? Идите прямо, это близко. Где здесь музей Пушкина? Прямо и направо. Ваши паспорта, пожалуйста. Возьмите, вот они. Вы путешествуете сам? Нет, я лечу с семьей. Рейс отменили? Да, вам надо подождать другой. Когда следующий самолет в Рим? 18:30. Вы не могли бы мне помочь? Да, конечно. Что вам нужно? Скажите, пожалуйста, где терминал Д? Пройдите вперед 100 метров. Посоветуйте, пожалуйста, хороший ресторан. Пельменная вам понравится. Отвезите меня по этому адресу. Без проблем, это недалеко. Я бы хотел забронировать номер. Двухместный или одноместный? До которого часа нужно освободить номер? До 12. Скоро увидимся. До скорого!